Шеф-повар Максим Григорьев. Картофель с кунжутом в пряной луковой колыбели. Думаю, запеченный картофель любят многие из нас. Хочу предложить вашему вниманию рецепт приготовления картофеля с кунжутом в пряной луковой колыбели. Это отличная горячая закуска для наших мужчин, и не только. Я бы не прочь полакомиться горяченькой картошечкой из духовки, да еще в ароматном луке. Это очень вкусно, сытно, особенно со сметанкой. Время приготовления – 1 час. Ингредиенты – основные ингредиенты. Картофель 3 штуки. Кунжут белый 5 столовых ложек. Лук репчатый 1 штука. Масло оливковое рафинированное 2 столовые ложки. Соль морская 1 чайная ложка. Ингредиенты. Специи для лука. Картофель 3 штуки. Кунжут белый 5 столовых ложек. Лук репчатый 1 штука. Масло оливковое рафинированное 2 столовые ложки. Соль морская 1 чайная ложка. Паприка сладкая молотая 3 чайные ложки. Соль 1 чайная ложка. Специи для лука. Тимьян, чабрец, сухой 2 чайные ложки. Ингредиенты для смазки формы. Картофель 3 штуки. Кунжут белый 5 столовых ложек. Лук репчатый 1 штука. Масло оливковое рафинированное 2 столовые ложки. Соль морская 1 чайная ложка. Паприка сладкая молотая 3 чайные ложки. Соль 1 чайная ложка. Для смазки формы. Тимьян, чабрец, сухой 2 чайные ложки. Масло сливочное 1 столовая ложка. Шаг 1. Для приготовления нам понадобятся такие продукты: картофель, соль морская, кунжут белый, лук репчатый, паприка молотая сладкая, соль, тимьян сухой, масло сливочное. Шаг 2. Картофель хорошо промоем. Опускаем в кипящую подсоленную воду. Варим до полуготовности картофеля. Потом сливаем воду и остужаем овощи, чтобы было удобнее работать. Шаг 3. Пока картофель варится, подготовим лук. Очищаем от шелухи, разрезаем пополам. Аккуратно отделяем половинки лука. Соединяем паприку, тимьян и соль. В этой пряной смеси панируем краешки лука. Шаг 4. Картофель остыл, очищаем от кожицы, разрезаем на 1/4 части. Смазываем все стороны оливковым маслом и панируем в кунжуте. Шаг 5. Форму для запекания смазываем сливочным маслом. Укладываем дольки картофеля в луковые колыбельки. Отправляем в горячую духовку на 180-200°C до запекания картофеля. Шаг 6. Картофель с кунжутом в пряной луковой колыбели готов. Сразу же подаем к столу. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.